Произведения Александра Сергеевича Зацепина известны многим, особенно поколению 60-х-80-х годов. Его песни тогда исполнялись на всех концертах и звучали в любимых фильмах. Он написал порядка 300 песен и сочинил музыку более чем к 120 кинолентам. Композитор прибыл на открытие фестиваля «Земля Зацепина», который стартовал накануне в кинотеатре «Победа». В свои 97 лет Александр Сергеевич отлично помнит свою школу номер 12, свой дом и, конечно, музыкальную школу номер 1. У нас сохранились журналы выдачи свидетельств об окончании школы, в которых перечислены все выпускники школы номер 1, все пофамильно. И вот выписку из этого журнала мы хотим подарить вам. Вот здесь посмотрите. За номером 64. Зацепин Александр. На творческой встрече композитор рассказал о роли музыкальной школы в его жизни. Действительно, я получил хорошие знания. Но, конечно, для того, чтобы поступить на композиторский факультет, я поступил просто без училища. Там я готовился, у Штейна занимался на фортепиано. Просто так, частным образом. Но сибирского училища тогда не было. И это было очень печально. Вот. И я с собой всегда возил документы. Приехал в Алматы в училище, отдал документы. Они мне сказали, что вроде бы с моими знаниями я могу сразу в консерваторию обратиться. Конечно, перед тем, как стать композитором и окончить музыкальную консерваторию, в судьбе Александра Сергеевича была служба в ансамбле «Песни и пляски СИБГО», работа в Новосибирской филармонии. Популярность к нему пришла только в 40 лет, уже в Москве, когда его музыку услышали в фильме «Гайдая. Операция И». А основой всех этих событий была музыкальная школа. Я желаю всем ученикам серьезно относиться. Может быть, вам это кажется скучным, но это очень необходимо. Это у вас основы все. Так что, пожалуйста, учитесь на отлично. У композитора запланировано в Новосибирске много встреч, концертов, посещений знакомых мест. Но, возможно, самым памятным для него останется решение руководства школы и администрации города присвоить музыкальной школе номер 1 имя Александра Зацепина. На что он скромно ответил так. Не знаю, заслужил ли я этого. Это уже вам решать, понимаете? Мне кажется, что он, может быть, я и не заслужил этого. Ну, спасибо. Большое спасибо. Ну а нам хочется сказать спасибо вам, Александр Сергеевич, за вашу музыку, за то, что помните свой город и за удовольствие видеть вас на родной земле. И, конечно, это прекрасно, что в Новосибирске музыкальная школа номер 1 будет носить ваше имя.